Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Сегодня мы продолжаем играть в игру Динобаш. Ну что ж, поехали. Так, плювики, ну мы знаем про плювиков, они довольно слабые, хотя плюются очень хорошо. Так, уход за питомцами, и у нас еще одна задача выросла, это непростая работа. Победите 1000 троглодитов, то есть первобытных людей. И спасибо, ребят, вам за подсказки, теперь я буду знать, что яблочки можно прокачивать, точнее нашу яблоню. Так, что у нас тут дальше? 9 уровень, я так могу понимать, да? Или нет? Подожди-ка. Нет, ребята, у нас вот этот вот этап, 11. Ну что, давайте приступать. Чувак бежит, всех раскидывает. Ну, я надеюсь, мы также будем скоро всех раскидывать. Что такое? Ага, вот здесь вот, значит, да, ребята, 5 яблочек на то, чтобы улучшить свою яблоню. Понял я. Так, копим, ребята, копим. Давай начнем потихонечку, начнем. Так. Наши маленькие рапторы уже побежали, а я буду их пока камушками тут забрасывать. Ой, а почему... Подожди, а почему так плохо? Бумс. Слушай, действительно, ребята, они, по-моему, стали крепче. А ну-ка, давай заморозим. Плювики нужны, нам нужны плювики. Ой-ой-ой, сколько их много. Сколько их тут действительно, ребята, много. Эй-эй-эй-эй-эй, я, ребят, что-то, честно говоря, не был готов даже к такому. Да давай ты. Плювик, плюй. Плюй, плювик, как никогда. Я заморожу. Я заморозил. А толку-то от этого, ребят. Так, яблочко пришло. А, они отравляются, ребят, у нас же здесь точно. Я только сейчас вспомнил, что у нас здесь есть ядовитые шипы. Хорошо. Ой, как же они все-таки быстро нас, ребята, уничтожают. Это так и должно быть? Или это я настолько слаб, чтобы им противостоять? Фу. Так, погоди-ка, погоди. Какая последняя волна? Эй! Я еще даже... Так, слушай, вот этот вот мне не нравится. Он слишком много, ребята, наносит урона. Я вам это уже говорил. Хотя он тоже ватный, но все равно он мне не нравится. Так, плювик. Да какой там плювик? От плювика тут толку, но... Оп, тихо, ребят, вот это я понял, факелы можно морозить. Спасибо за подсказку вам. Я вот, честно говоря, этого даже и не знал. Не мог бы догадаться, ни за что. Ну, бумс. Вот он, ребят, я его ждал, этого динозаврика. Он мне здесь очень должен хорошо пригодиться. Так, давай еще вызовем. Мне, конечно, лучше бы плювика. Ну, плювика нет. Так, а вон того, ребят, точно надо замораживать. Ну... Ой-ой-ой, зря, ребята, я под копейщика подставил своего трицераптора. Ой, это была моя, ребята, ошибка большущая. Так, ладно, хорошо, давай попробуем так. Что-то кого-то нагрел, да? Так, этого надо заморозить, он достал уже, действительно. Лезет, как говорится, не в свои дела. У нас тут, ребята, скоро уже яйцо будет. Плювик, плюй! Плюй как никогда, да елки-палки, ты достал уже, а? Вот серьезно говорю. Вот так вот, получил и по делам ему. Ух, ребятули, ну и кое-как, честно вам скажу. Вначале все было легко, а сейчас уже не так все просто. Довольно сложно. Так, открыто усиление супервалун. Гигантский булыжник сметает почти все. То есть я могу его бросить, он по всей видимости катится по земле, да? И сметает просто-напросто этих троглодитов к ядрене фени. Я так могу понимать. Ладно. Поживем, увидим, я только сейчас увидел, что у катапульта, ребята, квадратные колеса. Так, трицер, обучение завершено. Обучение завершено, а, у меня обучались, да? Ну-ка. У нас есть с вами немножечко денежек. Я думаю, что... Или плювика. Я даже не знаю. Или же нам лучше улучшить вот этого раптора. Раптор, в принципе, меня очень хорошо выручает. Я, наверное, его улучшу, ребят, все-таки. Пускай улучшается 29 секунд. На голове у него опять какой-то там огород вырос. Ладушки. И... Погоди-ка, я супервалун-то купил. Нет. Только не надо все заново этот уровень начинать. Да чтоб тебя, я просто нечаянно нажал, а? Вот ядрить, макарить. Ребят, я нечаянно нажал. Ну, что ж делать, сделаешь. Придется пройти его снова. Ай-яй-яй. Ошибку, конечно, сделал я. Я, кстати, знаете, что понял, ребят? Когда вот он, например, подбегает к моим динозаврикам, его лучше всего, наверное, будет заморозить. Знаете почему? Потому что он не сможет атаковать.
И мои динозаврики в этот момент... О, видите что? Кусают его. Кусают его даже очень хорошо. Ну-ка. Бумс. Довольно неплохие повреждения наносим. Но он все равно почему-то... Давай, Плювик, не подходи близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бедный мой Плювик. Ну, естественно, ребят. Естественно, что тут еще можно было ожидать. Хорошо. Так, а вот этих вот, конечно же, лучше массовая, ребята, атака. Это, то есть, вот эти вот супер булыжником бомбить их нужно. Тогда будет толку от этого больше. Во, видели? Вот сейчас было красиво. Так, и вот-вот-вот-вот-вот. Вот надо было нам, ребята, тот, который сзади стоит. А, мы его и так подбили. Ха! Слабон он оказался на самом-то деле. Во, последняя волна. Кстати, вы заметили, что сейчас мы идем намного... Тихо, 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 ребята, это же заморозку нужно, где она? Пока на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя мы его так успели. Это просто шикарно. Давай, плювики. Плюем, молодцы, красавцы вы мои. Так, того бесполезно бить, потому что он под щитом. Ага. Будут знать, как на дракончиков нарваться. На дракончиков, на динозавров, елки-палки. Иди ты. Все, кажись, да, ребята? Отлично, ну ладно, не зря все-таки поиграли. Мы получили немножко и опыта, и денежек. Хорошо. Так, и теперь давайте действительно уже переходите к следующему этапу. Нифига, он там валун бросает какой. Я просто хотел посмотреть, ребята, что в магазине-то мы с вами не купили, по-моему, вот этот вот супер валун, которого почему-то даже и нету. Есть валун. Ну, супер валуна я не вижу, серьезно вам говорю. Ядовитая ловушка. Кстати, вот эти бы вот с удовольствием я бы купил штучки. Удвоение монет, фальшивое яйцо. Это ж прикольно. Ладно, пока этого у меня нету. Идем с вами на 12 уровень. Да, поехали. Найти, куда ударить, чтобы разрушить катапульту. Так, ух ты, наши динозавры подготовили что-то особенное. Они катят что-то большое. Бросай супервалун. Ну. Ох, ничего себе. Ну вот это... Я не думал, что он настолько большой. Супервалуны большая редкость. Используй их с умом. Первый бесплатно. Ага, понял. Понял, ребята. Короче, супервалун нам может помочь, так скажем, в критической ситуации. Будем знать, будем знать. Так, ну куда вы разбежались, а, олухи? Куда вот вы бежите, вот не скажите. Так, тут еще, блин, шаман, ребята, кстати. Как быть? Надо нам шамана, наверное, с вами огреть. Слушай, как мы быстро так шамана с вами забомбашили. Тихо, тихо, плювик. Плювик, плюй, 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 плюй. Отлично, молодец, умница. Так, надо сюда, наверное, опять супервалун бросить. Ой, супервалун. Супербомбочку, так скажем. Так, яблочко, яблочко, яблочко будем свое растить. Ага. Вот он, трицераптор. Трицераптор у нас появился. Давай, продолжаем бомбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что он делает? Что он делает? А сейчас будет кому-то плохо. Кому-то будет плохо и больно. Или не будет? Посмотрим. Бумс. Вообще шикарно разбомбил. Так, последняя волна. Ребят, нам нужно продержаться. Просто продержаться. О! Так, плювик, давай, плюй. Как же ты хорош, когда плюешься. Просто на ура мы их разбомбили. Все, да? Больше никого не будет? Или будет? Еще волна, ребята, еще волна. Оу! Этот с факелом опасный парень. Этот парень с факелом очень опасен. Есть! Это был последний паренек, который бежал с факелом, и он погиб. Ребят, у нас 1500 монет. А это круто, кстати, я вам скажу. Так, скоро мы с вами еще 750 монет получим. Хе-хе. Великолепно. Слушайте, даже валун не пришлось нам с вами тратить. То есть он, как бы, я понимаю, сохраняется за нами. Раптор, обучение завершено. Спасибо вам большое. Так, а могу ли я что-нибудь приобрести? Все время я, ребят, смотрю. Так, смотрите, я могу улучшить валун. Так, могу вот это улучшить. Я хочу, ребят, вот это вот.
камушек улучшить, потому что, ну, сами понимаете, да? Массовая атака есть массовая атака. Так, мы можем ледяной валун свой. Шрапнель. Радужное счастье. Что-то новенькое. И я вот не знаю. Давай вот этот тоже валун. Ах, не хватает, ребята. Так, особые предметы. Куст. Ну, здесь, я так понимаю, нельзя ничего улучшать. Оно просто у нас есть. Хорошо, тогда давай, наверное, мы улучшим. А ничего мы больше не улучшим. Просто у нас не хватает, ребят, монет. Ну и фиг с ним. Поехали на... Погоди, мы же... 12 уровень у нас пройден, а почему-то он не отмечен вот так вот галочкой. А, видимо, здесь просто никого нет. Ох ты, смотрите. Давайте, короче, мы пройдем 13 этап. Потом на 14 нам, видимо, дадут нового динозаврика. Так, троглодиты напирают. В плане напирают. А почему... Погоди, а почему такое маленькое расстояние-то? Маленькое слишком расстояние, ребятули. Напирают они, главное. Слушай, такое ощущение, что они здесь специально это сделали, чтобы я потратил валун. Так, подожди ты, я не хочу, например, туда тратить. Вот. Слушай, по-моему, действительно придется, ребят, потратить валун. Иначе нам не сдобровать будет. Ух ты, я еще валун получил. Слушай, а что такой легкий этап-то был? Нет, ну это, в принципе, хорошо. И, кстати, 560 монет мы с вами получили. Ага. Так, совсем-совсем немножечко, ребята, остается. Совсем капелька. И оцени Динодаш на 5 позже. Позже все это будет. Добрый старый Стега наносит урон троглодитам. Ну что ж, давайте попробуем вот этот вот этап. Слушайте, я думаю, что нам дадут все-таки здесь какого-то нового динозаврика. Давай на этот раз попробуем что-то другое. Вот тебе яблоки 5 штук. Ага. Теперь мы собираем яблоки быстрее. Ха-ха, это оказывается ничего себе. Они мне только сейчас обучили. Мне подписчики мои уже, наверное, как только первый видос вышел. Так, этот троглодит защищен от атак динозавров. Так это я помню. Что же вы мне все время объясняете? Это одно и то же. Что же вы мне... Он защищен от атак динозавров. Самое интересное... А, камнями, значит, его можно пробивать легко. Ладно. Трицераптор, выходи. Так. Будем тебя прикрывать. Да что ж ты будешь... Плювик! Ты там где? Уснул, что ли, у меня? Не могу понять. Я тебя вызвал уже давным-давно. Не идет, а? Охламон. Давай. Вот так вот. Правильно. Сюда бомбочку массовую. Дудж! Вот так, чтобы им всем было тут неповадно. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята, огненный бежит. Ох, ты видел, что он сделал. Нужно ему, ребята, тушить этот факел в обязательном порядке. Когда у него факел потушен, он, считай, беспомощный. Так, плювик. Блин, вот этот вот. Вот самый паршивый, это, ребят, стрелок здесь, как ни странно. Ну да. Ага. Давай-ка вот так вот бомбанем. Что-то не получилось у нас, ребята. Что-то не выходит ни шиша. Так, ну ладно, здесь, ребята, у них впереди еще куст будет, который, надеюсь, будет мешать пройти. Камень, лети. Отлично. Хорошо. Так, следующий троглодит. Да что ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там, ребята, впереди? Движется, да какая-то тут... Беспощадная, честно вам сказать, волна. Ты посмотри, сколько. Во, плювик пошел плевать. Доплевывай, доплевывай, доплевывай. Молодец. И вот этих вот добей, пожалуйста. Так, я подсоблю, если что. Вот. Фух. Новый динозавр Рэмбо. Где? Не вижу пока. Зато вижу вон тех охламонов, ребята. О, смотрите. Тун-тун-тун-тун-тун. Ты понял, что делает Рэмбо? Вот так-то. Он просто сбивает всех своей головой. И новый уровень, да? Или нет? По-моему, немножко не хватило. Открыт новый динозавр Рэмбо. Может устранить троглодитов со щитами. Ага. И сколько же он, интересно, стоит, а? Что-то, мне кажется, не совсем дешево. Проверим. Слушайте, а я хочу купить. Со щитами они самые такие противные, да? Сколько? А, фу ты, это Рокки. Конечно, я буду брать, ребят. Конечно, я буду брать. Вот так вот. Пропустить что?
Да нет, я уж потерплю 25 секунд. Так, у меня 1200 еще монет, и я могу себе позволить купить что? Так, быстрые снаряды. Так, я, конечно, все понимаю. Вы мне даете вот покупать все эти за гемы. А где же мне гемы-то брать сами? А? Где мне брать, скажите, гемы? Без них я абсолютно ничего не могу сделать. Может быть, этого все-таки улучшить маленечко, а? Давай улучшим капельку. Все. Ну что там, завершилось? Нет еще обучение-то у нас? Я же жду, ребята, он мне нужен. Где ты, где ты, где ты? Вот он, Рэмбо. Так, злобный двойник Рэмбо бесстрашно врывается в бой. Ну, этот, конечно, будет крупнее, да? Рокки-то этот. Слушайте, следующее улучшение для Рэмбо стоит 2660. Недешево, но я думаю, оно того стоит. Во, а, это Раптор только обучение завершил. Хорошо. Идем, значит, с вами на 15 уровень. Плювики довольно беззащитные. Это я уже давным-давно знаю. Толпа плювиков? В каком понятии? Толпа плювиков — это хорошо. Так вы плюйте, они... Давай, давай, плюйте, плюйте. О, ребят, я вызвал этого. Так, 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 не успеет, наверное, да? Давай, беги, 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 Рэмбо. Ах, ты только с щитами пробиваешь. Понял я. Он, ребята, не может обычных. Пробегает мимо них, короче. А вот здесь мы взорвем. Бумс! Круто! Просто круто. Плювики, ну! Есть. Молодцы. Ой, я обожаю, ребят, такие уровни, да? Они как бы как челлендж. Проходишь по-быстренькому и все. А вот теперь я точно получил новый уровень. И получаю всего лишь один бесплатный бриллиант. Ну, смешно на самом деле. Всего лишь один. Ну, здесь один еще получу, когда, только не знаю. Ладно, мы с вами выполнили это задание и теперь должны переходить на следующее. 16-й, так. Что-то у меня Раптор все время обучается. Он там что делает-то, я не могу. Я вроде столько обучения ему не давал. С какого вдруг перепуга-то, а? Да я понял, что Рокки двойник. Так, может быть, нам валун, давай валун улучшим еще. Вот так, хорошо. И у нас, ребят, 16 уровень. Тут какой-то, я не знаю, видимо, снег или град, или дождь, что-то такое. Погодные условия какие-то, что это такое? Выбрать динозавров. Выбрать динозавров. Давай я вот этого уберу, а возьму вот так вот. Теперь, ребята, я уже могу выбирать, видите ли, здесь динозавров. Это хорошо. Дальше, поехали. Будем смотреть, что, ребята, тут за погодные какие-то условия. Пока все тихо. Пока все тихо. Угу. Было все тихо, пока. Так, а он, ребята, это просто со щитом. Мы его можем и так нахлобучить. Ага, получил свое. Все-таки не зря я валунчик прокачал. Не зря. Так, давай мы вызовем трицераптора и, наверное, будем его прикрывать нашими плю... Нет, вот так вот мы сделаем. Плювики будут потом. Плювики. Так, 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 заморозку. Ага. Бомбим, 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 бомбим. Трицераптор, не подводи меня. Так. Упс. По красоте пока. Этот без щита, он слабон. Ну а ты что бежишь, довольный такой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трицераптор, ребята, упал. Все-таки надо было его прокачивать, мне кажется. Так, надо было его прокачивать. Так, тихонько, тихонько. Ты посмотри, что тут происходит. Ну, хоть кого-нибудь побили. Плювик так погибает. Заскулил, как собака. Ну, давай вот этого вот. Плювики. Я не могу понять, против кого-то они сильные, против кого-то они слабые. Как они вообще тут действуют? Рандомно, что ли? Так. Е, подбили. Так, заморозочку. Плювик, давай, не подведи меня. Заплевал до смерти. Так, едем дальше. Давай, 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 давай. Почему так долго бомбочка, ребята, откатывается, а? Почему так долго откатывается бомбочка, спрашиваю я.
Яблочко. Я, ребята, яблоню никак не могу прокачать. Вот честно вам говорю. Я и рад бы, но не получается. Бумс, хорошо бомбануло. Вот этот вот с копьем меня нервирует. Так, ну они, ребят, здесь, смотрите, у нас еще ядовитая ловушка, плюс кустарник. Так что легко у них пройти здесь не получится. Поверьте мне. Мы вот тут заплюем их сейчас. Да ведь? Можем? Да, мы заплевали. И все, шикарно. Шикарненько, ничего не могу сказать. О, открыто усиление метель. Ледяная буря замораживает всех троглодитов. Вот так вот. Чуть-чуть не хватает, ребята, чтобы 200 получить. Чтобы я получил 750 монет к себе в копилочку. Тут, смотрите, вот прикольно так по картинке, да, там гроза, вулканы какие-то. Ну что же, у нас... Да что ты будешь делать? Раптор завершил обучение. Вот так вот надо было, наверное, это все закрывать. Ну что, переходим с вами на 17-е задание. Менять кого-нибудь? Нет, я думаю, что менять я никого не буду. Поехали дальше. Квадратные колеса на катапульте. Лучше не придумаешь. Так, ну что, пока тихо. Пока все тихо. Будем с вами ждать. Ждем. Яблочко прокачаю. Смотри, как кто тут идет, а. Паралимпийцы бегут. На! Получи гранату. Еще разок. А? По красоте. Вот этого вызываем, ребята. Потому что тут со щитом охламон идет. Мы его должны сбить. Давай, 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 Юги. Опс, вот так вот. Еще там один. Ой, молодец, какой Рокки, а. Просто молодец. Так, ребята, я яблочки сейчас еще, наверное, улучшу. Во. Ну что ты бежишь довольно? Так, опять паралимпийцы эти бегут. Да, по ходу дела. Значит, делаем вот таким вот образом. Ух, как бумкнуло. Шикарно просто. Так, динозаврики мои. Что-то слабенькие они какие-то. Ой, как их быстро запинали. Тут со щитом никто не бежит? Не бежит, а я хотел вызвать, думал, сбить. Ой, тут бежит ребята с факелом. Его надо заранее потушить. Вот так мы сделаем. Давай, давай, Плювик. Ну что ты? Ай, молодец, молодец. А почему ты этого не сбил? Должен был. Давай, давай, я попытаюсь, ребята. Вот того заморозить надо сзади, который... Во, я его подбил даже. Ну, плюем, плюем, плюем. Плюем, ребятулечки. Так, плевунок. А, нет, погибнет. Погиб. Там нет со щитами, никто не бежит, не бежит. Тем лучше для нас. Как только... Так, ненадолго появляется Тирексис. Где? Оу! Ты смотри, ребят, действительно, Тирексис. А что сейчас будет делать? Посмотрим. Слушай, ну у него атака-то в разы лучше, посмотри. Просто пару укусиков и все, и троглодит падает. Я хочу себе такого динозавра. Победа моя, отлично. Этот первоклассный динозавр сметает троглодитов. Купить? Одноразовое предложение. Ну как я могу купить, ребята, если мне не хватает? Ой, одноразовое предложение. Скидка 50%. Нету, ребята, нету у меня столько гемов. Забрать награду, отлично. Так, непростая работа. Да, вот непростую работу нам придется очень долго, ребят, с вами выполнять. Фух. Ну, игруха мне все больше и больше нравится, ребят. Серьезно вам говорю. Так, у нас с вами, ох ты, приличное, кстати, количество монет. И мы можем с вами кого-то улучшить. Ну, не Плювика. Может быть, Трицера, да? Слушай, как вариант. Или же ледяной валун, кстати. Ледяной валун тоже было бы неплохо прокачать. Это понятно, это все. Нет, все-таки я, наверное, вот так вот сделаю. 57 секунд. Ладно, я подожду минутку-то уж. Ух. Так, смотрим далее. А что тут в заданиях? А, ну понятно, задания это вот эти вот. Ух ты, тут какое-то яйцо. Тут еще какой-то новый монстрик появится.
Ну ладно, я готов, ребята, на 18 уровень сходить, сбегать, проверить. Все динозавры еще спят. Попробую разбудить их. В этот раз бросай самостоятельно. Кого? Чего бросать? Возьми эти бомбы и останови троглодитов. То есть мне, ребята, не дали даже динозавров. Ты представляешь? Кидай, говорит, самостоятельно. Молодец. Придумал ты, конечно, круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот попробуем. Ага. Еще одного шамана прикокошим. Все динозавры спят, видите ли, а? Ты посмотри. Нашли время спать, когда. Давай, 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 ребята, бомбим. Так, вот этих вот, наверное, тоже надо подбить. Куда ты бежишь, а? Я тебя спрашиваю, вот куда ты бежишь? Отдыхать. Динозавры сказали спят, и ты должен был спать. Ух, замечательно, ребят. Все-таки я выстоял. Ну, тогда следующая, ребята, миссия. Конечно же, следующая. Как говорится, на горяченькую. Обучил завершение. Это хорошо. Смотрите, ребята, здесь какие-то у нас камнепад, что ли? Я не знаю. Никого менять не буду. Оставляю именно такую, ребята, компанию. Не бойся, снаряды не навредят твоим динозаврам. А я никогда и не боялся этого, если честно. Я даже об этом и не думал. Начнем с того. Что, троглодитушки, изголодались, да? Захотели миска? Ну уж нет. Никакого вам миска. Яйцо не захотели стырить, а? У динозавров. Это вам не Angry Birds, это этот... Ого! Так. Давай, 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 давай. Плювик, плювик. Ты будешь плевать или нет? Давай, плювик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, бегут там, сколько их. Так, давай дальше. Камешек. Так, яблочко. Я хотел, ребята, честно говоря, яблочко свою, яблоню под, ну, это, подкрепить, улучшить, усилить. Но, видимо, у меня не получится. Не получится. Я не успею. Так, плювик. Рапторы. Во, вот так, сейчас мы их подобьем. Во. Не до конца, правда, добили, да? Все, шикарно. Так, я жду. Улучшаем яблоню. Так, еще бегут. Они пока бегут. А мы, ребята, будем атаковать их. Опа! Мне еще, ребята, выпал град, который я, кстати, еще не использовал даже ни разу. Ага, ты посмотри, что тут происходит. Вот этот вот мерзкий, вот он хуже всех. Подбили мы его. Который сзади стреляет этими своими палочками, прутиками, веточками. Заморозили. Так, давай, 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 отлично. Сейчас помогу я вам. Ага. Так, плювик, ты, главное, держись. Ты держись молодцом. И все будет хорошо у нас. Так, плювики. Помогаю. И вот так вот бомбочку я им бросаю сверху на голову. Бабах! Вот они, хламоны, идут. Ну тут, видите, тут бесполезно призывать уроки, потому что тут со щитами нет юнитов. Понимаете, да? Он только против них эффективен. Отдай яблоко. Так, ну этого мы метальщика замочили. Давай вот этих вот. Кто тут у нас? С копьем и с дубиной. Дубина солеросовая. Сейчас погибнет. Отравится. Ага. И последний, видимо. Все или нет? Да, все, мы прошли с вами. Слушайте, ну скоро и 5-й уровень, ребята, будет не за горами, если так присмотреться. Шрапнель. Много маленьких сюрпризов для множества злых троглодитов. И сколько это удовольствие будет стоить? Можно, пожалуйста, посмотреть список? Шрапнель. Всего лишь 1400, ребят. Ну я могу себе позволить в легкую. Я покупаю. Я покупаю все, что, ребята. Так, погоди-ка, а что тут у нас
Один, это что означает? Ну, что я, наверное, могу улучшить ледяной валун, да? Нет, я не хочу улучшать. Ну что, ребята, давайте, наверное, 20 уровень, как говорится, пройдем и, наверное, будем с вами завершать. Хотя, конечно, я хотел бы пройти всю эту полоску, но это будет, ребята, слишком долго. Слишком долго, а мне надо как бы собираться арбайтом. Так что давайте, ребятушки, наверное, 20 уровень мы еще с вами пробежимся. Возьму, наверное, я... Ага, а шрапнель я взять не могу, потому что, ребятушки, за 29 гемов я должен открыть себе ячейку. Игра вроде простенькая, но без доната здесь, ребят, ну вот никак нельзя было обойтись, да? Вот никак. Хотя я буду играть без доната. Буду пробовать своими силами. Что это еще тут? За... В кустах спрятался, понял. Это понятно, ребята. Опс, здесь бы нам, конечно, не помешал бы Рокки. Потому что, видите, да, со щитом идет все дела. Ну-ка. Посмотрим, как он эту работу сделает свою. Тынь. Шикарно он. Воу. А вот это вот плохо. Это же непробиваемый у нас. Хотя, почему непробиваемый? А, видимо, ребята, его снарядом снесло. Все, я понял. Давай так вот сделаем. Так, хорошо. Там трицераптор у нас бежит. Этих с копьем мы сейчас должны уничтожить. Плювики. Интересно, плювик стреляет дальше, чем этот с копьем со своим бомбит или нет? Так, яблони улучшаем. Бросаем бомбу. Бросаем заморозку. Вот. Последняя волна. Никого тут, надеюсь, не будет с щитами. Есть, но он, ребята, щит держит сверху. Ладно, я в любом случае уже вызвал его. Посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну-ка. Да, ребята, он сносит их просто-напросто в хлам. Замораживаем, потому что нечего, как говорится, ему тут. Такой заморозит, смотрите. Палка обугленная бежит. Где твой факел, парень? Куда ты его подевал? С палкой он бежит на меня. С обгорелой. Ой, прикольно. Так, давай мы этого подобьем. Я вот до сих пор не могу понять, кто из них здесь сильнее. Тот, кто с копьем, или тот, кто с ветками. Ветками стреляет, ребят, представляете? Ветками стреляет и убивает моих динозавров. Офигеть, просто ветками. Не каким-то там копьем, а веточкой обычной. Смешно. Так, ну что, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игра понравилась. Надеюсь, вы меня поддержите. Ну, а мы тогда обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ой, елки-палки, ребят, что тут впереди только... Только не появится. Да? По красоте. Ладушки, всем пока и до новых скорых видосиков.